промысел Божий, непрестанное действие в мире всеблагой, всепремудрой и всемогущей воли Божией, все обращающий ко благу и направляющий к вечному спасению каждого человека в отдельности и человечества в целом. Бог провидит и участвует в жизни людей, но часто не вмешивается в нашу жизнь видимым образом, чтобы наша свободная воля могла осуществлять добровольный выбор. «Промысел, — говорил преподобный Иоанн Дамаскин, — есть Божие попечение о существующем. Это значит, что на каждом этапе нашей жизни Господь поставляет нас в такие условия, при которых мы могли бы сделать свободный выбор в пользу добра, правды, справедливости и через это восходить к Небесному Отцу. Впрочем, глубины промысла Божия непостижимы для ограниченного человеческого рассудка, так что, зная о нем, мы не способны постичь его в полной мере».